уже устали. Костер уже перестал сопротивляться. Чё? Бахой. Он еще туда к сетке все лезет. Ну да. Главное, чтобы не запутался. Подходит? Ну-ка. Проверим, что за осетренок хороший. Смотри. Жди. Тихо, тихо, тихо. Стоп, не тяни. Сейчас, держи. Все, спускайся. Отцепляй. Нормально, такой кипр, да. Вот он, побольше, чем по пояс. Ну-ка. Все. Хочешь поднять его? Ну, давай я тебя сфоткаю, покажу. Офигеть. О, вот он, нет. О, красавец. Меня клюет! Джон, выкидывай! Вот Джон уже второго осетра тянет сегодня. Конь, мэн. Сейчас отвою. Конь? Да. Че? Да, красиво, его видно было. Да, он нырнул. Под твою уйдет. Блин, мэн, как-то перекинь через меня свою удочку. Опять. Держите, она снимает. Ага. Орегон. Джон, твоя. Тебе надо ее либо вытащить, либо опустить. Опусти ее. Вон он, видно уже его.
Вам надо спускаться вниз, дядь Петь. Спускаться, а то она порвет об камни там. Надо вниз идти. На тяге ее держите. Хороший. Не сдается. Идет. Все. На берегу, все. Иди сюда. Аккуратно встань. Я туда не сунь ногу. Да, там скользко. Вы его прям за рот вытаскиваете? Прям палец в рот ему, раз. Прям за рот. Поглубже прям в рот ему. Нет, за жабру нельзя. За рот хорошо. Жабру нельзя. Вот прямо раз его вот так вот в рот палец. Прям поглубже, всю руку ему туда. Всю руку, дядь Петь. Серьезно, прям 2-3 пальца сразу. Ой, хороший какой. Ой-ой-ой-ой. Вон он какой красавец. Опять идет. Вверх его, вверх поднимай. Вверх, чтобы он воздух отдыхнул. Во-во-во-во. Все, и теперь вытягивай. Да не надо, ты надорвешься, мэн. Ты чё? Ты чё, такого вообще нельзя вытаскивать? Да ты чё, чё не делаешь? Я, такого сильно, тем более поднимать нельзя. Показать. Ну, ростом точно с меня. Я его, может, и не смогу вытащить? Я сейчас вместе упаду. Я просто хочу поднять и посмотреть длину его, знаешь? Да вот так я вижу. Хороший. Стой, стой, стой. Thank you.
клюет.